Уитли.
сигнал. Слабый, но есть. Совсем как НКР. Слыхал? Что ж. Нет, не удивлюсь. Тебе знакомых флаг. Медведь с двумя... Флаг отражает их дух. В Мохаве так получишь лишь песок. Америка спит перед тобой. А значит, пробудить копья Америки от спячки. Ты справишься. Кто же вы, если прошлое...
вернулись в разлом. Они хотят... Что толку в попытках? Легион не пытается убивать. Он убивает. Жестоко, ирония. А Легион... Но это уже не важно. Ты и эта машина. Вот и все, что здесь осталось от НКР. Создают странные союзы. Ненависть. Сила НКР. Дамба. Медведь. Кимбл. Цезарь. Когда ее обнаружили. Разлом. Убийство такого сорта. Туннельщики. Это смерть для Мухана. Звучит логично. Есть признаки того, что... Если так... Смерть придет из-под земли. Со временем они объявятся в Мохаве. Они быстро плодятся. Видел, как они рвали на куски когтей смерти. Коготь убьет несколько. Мохаве и... Бывал я и на востоке тоже. Их маски, подобие маски легата Лани. Маски из металла разлом. Сделаны топорно. Двухголовый медведь. Верхняя дорога. Та машина, что рядом. Ненавидь. Твоя машина. Многие в Мохаве думают, что здесь была жизнь. Эту дорогу проложили. Если ты все дороги это значит все.
всем должным почтением. Thank you.
флаг цели. Обновлен трек. Устройство, где эта штуковина твои руки приняла. Когда она заговорила, они взорвались под землей, раскололи. Я жалел, что не умер, пока не узнал, что ты еще бродишь. Твоя посылка, сообщение внутри. Все запчасти они ищут только в разломе. Может, они просто увидели флаг на моей куртке, символ Америки. Я бы это так... Солдаты-медведя... Никто из тех, кто жил... Месть не... Механизм... Единственный раз я слышал... Я ходил по мосту... Депо... Рино... Но ничто... Здесь была она.
история. Все в том. Твой путь. Путь вперед. И там. В самом конце разлом. Вы с машины.
взрыв, здание провалил. Знал, что ты выживешь. Мне нужно было, чтобы кто-то освободил ее и привел домой. У машины есть имя? Что он послал? Если ты переживаешь за эту потерю, вспомни, что тебе можно было... Но тебе нужно было сделать еще одну доставку. То, что внутри этой машины, внутри здешние гиганты, код доступа большой. Оружие отбоя.
Внимание. Обнаружен неприятель. Идет процесс нейтрализации. Даже сюда падает тень НКР. Или это просто ты, Кури? Ты слишком поздно. Обратный отсчет начался. Нет. Во всем этом я закончу. Давай по... Даже сюда. Возможно, в твоих словах есть истина. Но даже если в изменении есть надежда... Наши враги собираются у входа. Это было частью моего плана. Если мы не можем предотвратить то, что должно... Они идут за нами. И восток, и запад. С помощью устройств из старого мира.
и возвращаются они в разлом. Следи за тенями. Твари скрывают себя с помощью устройств из старого мира. Убийство из милосердия. Добрый туда не логично. Не поможет. Комплекс создаст новый. И без медицины старого мира убью тебя. Учили их бояться нас, но рано праздновать, придут еще. Твари из разлома, и возвращаются они в разлом. Добрый путь, а не покой. С потерей самосознания на смену чести приходит дикость. Логично. Убийство из милосердия. Да обретут они покой. Коли мы закончили, покинем разлом.
Если разменемся, я буду ждать тебя наверху над Хопфелем, рядом с крушением в каньоне. Разлом взорвался огнем, жестоким, красным, и последнее послание двух курьеров прочертило в небе дугу. Ракеты накрыли восток, в том числе лагерь легиона в Драйвеллс, где косоплеты сначала стали союзниками легиона, а затем были преданы Вульписом и Цезарем. Солдаты легиона погибли, от них остались лишь силуэты на земле. Последнее слово, сказанное последним из косоплетов, была поставлена точка. Уничтожена прежняя дорога и связанная с ней история. ЭДЭ, та версия, которую оживили машины разлома, остался недвижим на военной базе, куда его призвал Улис. Последнее зашифрованное сообщение робота к его близнецу в Мохаве содержало описание улучшений, новые воспоминания. А затем наступила тишина. Вскоре после того, как курьер покинул базу, память Робоглаза была очищена, а он был разобран на запчасти так же быстро, как был создан. Хопвель горел в ночи огнем без света. Невидимая глазу радиация пронзила его сверху донизу. Говорят, что по его улицам до сих пор ходит человек в старой куртке с флагом Старого Мира на спине. Он остался там, возможно, наказывая себя за те шрамы, что оставил на пустошах, или вспоминая историю, которую не мог забыть. Для Улисса странствия закончились. Встреча с курьером знаменовала завершение пути. А курьер, она второй раз повернулась спиной к своему дому, и пошла обратно по предательски изрезанным тропам разлома. Туннельщики и меченые избегали встречи с одинокой фигурой, будто признавая право курьера на проход. А может, просто из страха. Курьер шла, пока не вернулась вновь на окраину разлома. Перед ней лежала последняя дорога, по которой предстояло пройти до второй битвы за дамбу Гувера. Там, у нее под ногами, была последняя посылка от одного курьера другому. Ящик, в котором лежали подарок и послание. Но это послание, оно предназначалось для курьеров и только для них. Огни пробежали по разлому, словно напоминание о том, что истории Старого Мира еще живут и обретают свое отражение в настоящем. Говорят, война никогда не меняется. Но женщины меняются под влиянием дорог, по которым ходят. А эта дорога пройдена.